Приморье школьники делали селфи на путях и чуть не попали под поезд. Инцидент произошел в Черниговском районе между станциями Ретиховка и Буянки. 5 подростков снимали себя на видео и на фото, стоя на путях. Дети не ушли, даже когда увидели приближающийся поезд. В последний момент 4 отскочили, но один мальчик остался на путях. Он бросился бежать, только когда поезд остановился. Машинист успел дернуть стоп-кран, а затем сообщил о происшествии в дежурную часть. Малолетних нарушителей быстро нашли. Парни избежали уголовной ответственности, потому что им по 13-14 лет. С ними провели беседу инспекторы, а родителей оштрафовали. Снимай видос. Я уже видос снимаю. Дёба, Дёба. Сейчас заселфимся. Палку видишь. Пойдёмте. Конечно же, для них это было всего лишь какая-то забава, как он мне объяснил. Но, тем не менее, я хочу обратиться ко всем родителям. Все-таки нужно за детьми присматривать. Я в школе учу, работаю в школе, и как бы все равно всегда мы говорили про эту тему. Не знаю, почему так получилось именно в нашей семье. До сих пор не знаю. Но мы с ним разговаривали, и он сказал, что больше такого не произойдет.